капремонта, других проблем города. А вот что касается федерального, так сказать, масштаба, недавнего закона, который был введен 29 марта, вот, буквально перед нашим митингом, о всеобщем цензуре запрета в интернете и фейковых новостях, об этом пока слова не говорят. Но я хочу сказать маленькую ремарку, ведь этот закон полностью противоречит статьям Конституции, в том числе 29 статье о запрете цензуры в интернете и для новостей. То есть мы свободно можем выражать свое волеизъявление. Никто нам в этом препятствовать не должен. И на федеральном уровне такие законы вообще не должны были рассматриваться. Я хотела бы, не знаю, обратиться, может быть, к депутатам, я в последующем буду обращаться также, чтобы обратились к депутатам Государственной Думы с требованием отменить этот самый закон, потому что он полностью противоречит статье Конституции. Я не понимаю, как они могли, депутаты, принять его, хотя, ну, может быть, они не читали эту Конституцию, или она им вообще не нужна.